22 февраля, проверка датчиков давления для Николая. Hyundai Creta, 16-20 год, 19, если я не ошибаюсь, у вас Николай. В общем, Creta первого поколения. Так, определился. Так, ставить можете в любой последовательности, вот левое, правое, как я сейчас проверяю, внимание, никакой разницы нет. Так, вот они определяются. Так, все, все четыре определились. Так, вот, значит, ID номера, ну, вот, по окончанию видно у всех разные. Это к тому, то, что один и тот же датчик два раза не определялся, ну, как бы это априори невозможно. С батарейками все в порядке. Если датчик, ну так скажем, живой, но батарейка на подходе, то здесь красная надпись LOW загорается. Все, удачного, долгого вам использования.